пора нам с тобой ссаться. Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием SCP-087. Вроде как, это хорорец только вышел, мы играем в SCP-шку конкретно, но фишка в том, что в эту SCP-шку я когда-то давным-давно играл. То есть это такая хрень по игре, которая была уже, блин, я не знаю, это один из первых хорорцов вообще про эту, про лестницу. Что ты, мол, спускаешься по лестнице и чего-то боишься. SCP-087 это неосвещенная платформа лестница, которая есть в... Вот, это хорорец, который я когда-то давным-давно играл. Не знаю, лет, наверное, 5 я в нее играл. И тогда мне с этого очень было страшно. Теперь... Мы с тобой ни хера не боимся. Теперь мы вообще как бы нам плевать. Свет, короче, здесь больше 75 ватт не появляется. Нихуя, кому я? Кому я нужен? Еба! Ну, в принципе, то есть вся суть в том, что мы просто с тобой спускаемся. Кстати, по-моему, это была вообще первая игра по SCP в принципе, да? Которая тоже была. И первый хоррорец, и первый SCP, и первое вообще все. Но пока как бы не страшно, мы спускаемся с тобой 33 метра. Наверное, самая жесть начнется на 100 метрах, я не знаю. Чё там? Бля, я плюнул себе на пол, зачем? Так, ну мы на 4-м этаже, найс. Это чувствуется уже хорошо. Ну, пока не страшно, но типа ладно. Не знаю, меня раньше, возможно, пугала, не знаю, просто сама неизвестность. Потому что сейчас мне, ну типа, не стрёмно. Я, давай забьемся. Да... Ладно, давай не будем забиться. Это я хожу? А, нет, это не я хожу. Потому что херня какая-то в футбол играет. Что происходит? Каждый субъект слышит какие-то странные звуки и плачи. Выглядит, будто это дети. О, нет, здесь дети. Как же я люблю детей, ё-моё. Однако, все варианты того, чтобы ты спускался, ничего не получается. Там ребенок плачет. Не, ну прикольно, значит хорошо все. Если он плачет, значит, наверное, живой, я считаю. А если он живой, значит все нормально, да? Но пока как-то не особо страшно, ну типа, ну идем по лестнице, ну дети и дети. Ты боишься детей? Почему все думают, что ты можешь слышать, как она плачет сзади тебя? Что это меня должно испугать? Ты можешь понять, что 6 этажей вниз есть какая-то хрень. Ладно. Ну, то есть, короче, снизу нас девушка какая-то. Найс. Блядь! Я считаю, это Стонкс, нахуй. Мало того, что по лестнице спускаемся, так еще и девушку сейчас найдем. Да ладно, это не страшно. Вот знаешь, что реально страшно? Это то, что у меня в комнате сейчас открыты окна, и может любая херня, любое насекомое ко мне залететь. И все. Блядь. Тут что, парит кто-то? Ты что, куришь, скотина? После того, как мы нашли SCP-087, многие люди туда спускались. Ну и, наверное, никто не возвращался. Да я не боюсь. Самый низ, который спустились вниз, это, короче, геологические окружения. Это что ж, блядь, это что, шершень тут летает? А я тебе не рассказывал, как ко мне шершень залетал. Сегодня огромный, здоровый такой, пытался меня съесть. Прикинь, взял, залетел, такой, ой, я тебя съем, нахуй. И не съел. Но пока такое. Ну, типа, да, это та самая SCP-лестница, но это не страшная SCP-лестница. А может, и страшная, не знаю. Ну, я-то ничего не боюсь. Типа, ты видел когда-нибудь, чтобы я чего-нибудь пугался? Ты видел когда-нибудь, чтобы я из-за чего-нибудь напрягался? Ты видел когда-нибудь, чтобы я какого-нибудь пикселя... Ебать. А, это легко. Иди сюда. О. В смысле, да, в смысле, ты когда-то видел, чтобы я что-то пугался, что ты обманываешь? Такой твой шутник. Женщина на каблуках идет за мной? Блин, ну модная получается, круто. Ха-ха, разрывная. Блять! Сука, кто эту херню чинил? Эй! Вопросительный знак? Это какой-то кусок земли, который упал вниз. Здорово. Спасибо, игра, за то, что объяснила мне. Я-то думал, что это. Найс. Окей. Кто-то упал. Ну, нормально бывает. Пусть падают, меня не волнует. Лица меня не пугают. Не пугает меня вообще ничего. Если честно, немного, но типа... Я думал, сова. Ну да. Да иди-ка ты нахуй, слушай, ты!
Ну если ты хочешь со мной поговорить, ну давай поговорим, чё ты постоянно подходишь сюда? Блин, почему все хорроры такие, знаешь, не хорроры точнее, все монстры такие стеснительные? Ладно, забираю свои слова обратно, лучше оставайся стеснительным. А что здесь будет, только голова летать, да? Сейчас как она появится? Да, это SCP-шечка. У меня на секунду эти мураши вонючие пошли. Звуки неприятные, кстати. Короче, все, кто кондуктит и эксплорайтит, тот умирает. Ты меня сколько будешь пытаться напугать, я не боюсь. 08111 появляется, короче, как лицо, которое без лица и тела. Ёбаный рот, потом мне убирать, ну сколько ж можно? Ого! Вот это проработанная, слушай, штука. Тима может капать соком. Найс. Честно говоря, я типа, конечно, каждый вот это вот самое, но если да, то как бы немного страшно. Тем более, это первый мой хоррор за день. Ненавижу. Самый первый хоррор за день, он страшный самый. Всегда. Опа, умолив мой нежный гель. Лежу, моюсь такой кровью. Чувствую себя прекрасно. Только ты меня защищаешь от того, чтобы... Здесь дырка в стене. Посмотреть в дырку. Сунь туда, ты знаешь, кто-нибудь. Давай посмотрим в дырку. Там ребенок какой-то бегает. Или карлик. Вы слышите звук сзади вас. Что-то вас уронило. Ваша камера упала. Вы полежали и поняли, что в принципе похуй. Вы встали и пошли. Ну теперь камера раненая. Чу-чу-чу. Опять посмотри, если меня хоть чему-нибудь обучала моя жизнь, если я получаю поебало, когда заглядываю в дырочку, то надо заглянуть в дырочку еще раз. Я так с девушками знакомлюсь, поехали, давай посмотрим, что же дальше. Слишком темно, чтобы что-то видеть. Я оказался тупее этого монстра. Он не понял, насколько слабоумен великий спускатель по лестнице. 31. Так и чё? Ну это типа не испугало меня. Ты собака? Это меня не испугало, я тебе сказал. Не испугало. Земля потихоньку превращается в бедрок. Я не понял, мы... А, там ад внизу. Прикольно, пойду туда. Типа, получается, там наш универ, да, ну как раз там в ДК документики надо. Заебал. Наверное, они соскучились по мне. Блин, еще какие-то слоны на заднем фоне там что-то урчат. Сука! Лампочки воруют. Что такое? Блять. Вахтерша. Я же говорю, это наш универ, все нормально, не ссы. А что это такое? Это типа штыри? Или это кровь? Highway to hell. Кто шарит за рок, тот знает. Блин, ну как-то на самом деле слабо скримирует. То есть скримировало бы хорошо, если бы он на меня кричал. А он меня даже не кричит. Что такое? Вопросик. Какие-то... Какие-то части земли вытаскиваются. Какие-то части волос из земли. А, то есть это чьи-то волосы? Из-за результата финального исследования никто... Блять! Не выжил. Так, мне на ебаку походу смотреть не надо, потому что я теперь, сука, человек-мигалка. А! Не страшно. Не страшно, не страшно, спокойно. Не-не-не, не страх. Блять, земля испортилась. Насколько можно? Сука, давай уже скример не просто на меня, давай. Пики-то чё-то стоят везде. Да иди нахуй!
двигает, блядь, ночь во дворе. Единственный, кто органический материал, и тот земли горят на стенах. Опять лампочки, блядь, забирают. А БМ хватит, оставь. Тут все стороны убегают. Да ладно, страшно. Ой, у меня отпечатался на глазах дед. Ой, кровь какая-то, опять упал малих на нежный гель. Не страшно. После того, как камера упала, сигнал был найден, и он очень далеко вниз улетел. Через 2 недели последних испытаний несколько членов нашли звуки из стены. Это что, мы в Китай летим, типа? Так, я не понял, то есть, короче, мы шли. Нас упали, нас уронили, мы упали, и мы летим. Камера кончается, а лестница бесконечная. Блин, ну как бы прикольный хоррор, интересный, в Казахстан улетели. Прикольный хоррор, интересный, но как-то это слабо. Скримеры, скримеров нету вообще. Скримеры -1000. Спасибо за игру. Ну, такое, это типа можно, конечно, испугаться, если захотеть, но в принципе маловато. Скримеров нету, скримеров вообще нету, понимаешь? Если бы там хоть что-нибудь испугало. Прикольно, интересно, но как-то неинтересно. Да, слабенько. Ладно, давай следующий. На этом все. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свой комментарий. А пока на этом все. Да, вот, да. До скорого. Удачи.